В этой больнице в этот момент было все. Было акушерское отделение, было гинекологическое отделение, была операционная, был анестезиолог, было два акушера-гинеколога. Все было, кроме одного. Врачи-акушеры-гинекологи не умеют оперировать в этой больнице, потому что там очень малое количество медицинских услуг. Поэтому там они не могут этому научиться и не могут поддерживать свой профессиональный навык. По алгоритму этот пациент сделал все правильно. Другое дело, что акушеры-гинекологи должны были быстрее выставить диагноз, быстрее вызвать медицину катастроф и на медицине катастроф отправить ее уже в перинатальный центр в данном конкретной ситуации.